Здравствуйте, сегодня мы с вами свяжем леденцовую трость. Для вязания леденцовой трости нам понадобится пряжа двух цветов, красного цвета и белого, крючок, я буду вязать крючком 2,5 и небольшой кусочек проволоки. Приступим к вязанию. Берем пряжу красного цвета и начинаем вязать. Набираем цепочку из 50 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот я набрала цепочку из 50 петель. Далее начинаем вязать. Провязываем во вторую петлю от крючка 3 столбика без накида. Первую петлю пропускаем, во вторую вяжем. Первый столбик, в эту же петлю второй столбик и в эту же петлю провязываем третий столбик. Вот мы связали 3 столбика в одну петлю. В следующую петлю также будем вязать 3 столбика. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Затем продолжаем. В следующую петлю также вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Итак, нам нужно провязать в каждую петлю по 3 столбика без накида. Вяжем так до конца цепочки. По 3 столбика в каждую петлю. Провязав по 3 столбика без накида в каждую петлю цепочки, мы связали одну деталь. Обрезаем красную нить и закрываем петлю. Вот у нас получилась такая спиралька. Выровняем ее, чтобы она ровненько у нас лежала. По спирали была. И отлаживаем пока в сторону. Далее берем белую нить и повторяем то же самое. Набираем цепочку из 50 петель. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Далее во вторую петлю от крючка начинаем вязать. Провязываем 3 столбика без накида. Первую пропускаем, во вторую вяжем. Первый столбик, второй, третий. Затем в следующую петлю 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю вяжем также 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю 1, 2, 3. В следующую петлю будем провязывать также 3 столбика без накида. Провязывая по 3 столбика без накида, мы видим, как наша деталь начинает заворачиваться. И так вяжем в каждую петлю по 3 столбика без накида до конца цепочки. Провязав по 3 столбика в каждую петлю цепочки, обрезаем белую нить и закрываем петлю. Эту спиральку также скручиваем по спирали, чтобы она лежала ровно по спирали. Вот у нас готовая и белая деталь.
Когда белая и красная спираль у нас готовы, теперь нам нужно их между собой скрутить по спирали, чередуя красную и белую деталь. Прилаживаем белую к красной детали, чтобы у нас были хвостики с одной стороны красной детали, со второй стороны белой детали. И начинаем их скручивать между собой по спирали. У нас получается поочередно красная полоса и белая. Когда мы скрутили по спирали, теперь нам нужно этой спиралью обкрутить вокруг проволоки. Присоединяем проволоку к началу спирали и начинаем обматывать этой спиралью нашу проволоку. Обкрутив нашей спиралью проволоку, далее будем прятать хвостики нитей с помощью иголки. Соединяем красную и белую деталь вместе. И на ряд ниже с красной деталью. Фиксируем нить и закрываем. И прячем хвостик внутри вязания. Оставшийся хвостик обрезаем. Далее второй хвостик. Также прячем внутри вязания. Закрываем петельку и так как у нас нитка красная, прячем ее внутри красной детальки. Оставшийся хвостик обрезаем. Точно так же делаем и со второй стороны. Прячем белую нить. Спрятав все хвостики с обеих сторон, еще раз обматываем проволоку, чтобы она туго прилегала к нашей спиральке. Разравниваем спираль. Далее обрезаем ненужный кусок проволоки. Обрезав ненужную часть, заворачиваем.
И прячем этот хвостик внутри спиральки. Точно так же делаем и с обратной стороны. Обрезаем хвостик ненужной проволоки. И заворачиваем. Прячем его внутри нашей спиральки. Вот так. Разравниваем нашу спираль и придаем ей форму. Вот наша трость и готова. Вот такая леденцовая трость у нас получилась.